Вот такая снасть. Поводок, крючок, еще один поводок и крючок. На мелкий крючок лучше. И грузик. На мелкий крючок лучше клюет. Подставки такие для удочек. Ракушки в Атлантическом океане. Такая толстая. В нашем море я таких не видел. Опять рыба-шар или как? Да, это вот, помнишь, что тогда большую поймали? Да. А, это из той... Из той серии. Нет, ту большую пристрелили,
Нет, а переверни, может. Она не... Она... То есть... Ну, лучше не про. Потому что я когда прилетел... А, вот такого. С рогом. О, ай. А, центр тяжести. У нее там. Сейчас перевернем. А давай маленькую ямку сделаем. Она... Ну, давай сюда, вот в ямку ее. А, она квакает. Давай, сейчас я ее... Точно квакает, сейчас я ямку вырою. Ну, я аккуратненькую, маленькую, чтобы пейзаж не... Чтобы не портило. Ну, то, что надувается. Рыба-шар. Да, называется. О. При опасности она набирает воды или воздуха, ага. И сдувается. Называется большие воды. Слушай, я сейчас я помою руки. Это да. Мы пойдем в мобильный, меня не на ногу не хватает. А крабов тут мерено не мерено. Очень много крабов. Такие крабы на Атлантическом океане. Вот она, рыбка такая с Атлантического океана. Что-то Алексеевич тянет. Наверное,
какую-то большую рыбину. Там камней сильно много.